Тем временем в Усинском районе медведь изрядно погонял вахтовиков. Уже несколько лет подряд косолапые терроризируют жителей местного села Устюса и рабочих, которые расположились в лесу на вахте. И вот новое видео, которое появилось в сети. В кадре видно, как хищник выбежал из леса и бросился в погоню за людьми. Запрыгивай, запрыгивай в машину! Чтобы отпугнуть медведя, водитель завел транспорт и начал сигналить. Впрочем, тот никак не отреагировал на это. Тем временем местные жители рассказывают, такая ситуация в селе происходит постоянно. Пока медведя никто не убил, как это было в прошлом году. Между тем, они спокойно прогуливаются рядом с людьми и даже заходят во дворы жилых домов Устюсы.